Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Анжели Винди. И сегодня у меня будет праздничный выпуск, ведь сегодня у нас Дивали, очень важный, очень главный праздник. И как вы уже видели, мы очень давно, долго к этому готовились, покупали вещи, наряды, красили стены, дом чистили. В общем, вообще у нас была целая подготовка, примерно 2 недели. И сегодня, наконец-то, этот праздник. И мне бы хотелось сделать влог празднования Дивали. Так, дел у нас очень много, но самым важным делом будет, конечно, сделать ранголи. Что такое ранголи? Это рисунок, который делают песком, цветным песком, прямо перед входом в ваш дом. Сейчас я вам покажу. Девика уже начала делать ранголи, вот она меня зовет на помощь. Так, Девика, ты уже начала, я вижу. Подхожу к тебе. Там обезьяна бегала. Обезьяна бегала? А там кот куда-то. Ты что, где была обезьяна? Да, я не видела ничего себе. Так, иду к тебе, давай. Так, дом уже готов. Посмотрите, мы все украсили. Кстати, здесь... Ну, все это будет красиво выглядеть, когда будет темно. Все еще готовка идет, подготовка. Так, хотелось показать зал после покраски, потому что я показала страшный зал. Теперь он стал красивее, лучше. Вот у нас храм. Где мы молимся, вот уже 2-3 дня у нас идет пуджа. Так, это дия. Вот такие дия, лампадки мы покупаем и зажигаем где-то 12-13 точно каждый день по всему дому. Пойдемте. Так, смотрите, как я иду. У меня полная подготовка. Ранголи я, если честно, делать не умела. Так, ребята, делать ранголи — это целое искусство. Мы, конечно, в этом искусстве еще не мастера, точнее, даже не то, что не мастера, мы только учимся. Я вот в прошлом году, по-моему, только сделала впервые ранголи, поэтому будем пытаться пользоваться своими артистическими способностями. Не судите нас строго. Так, это Девика делала, это ты сегодня сделала, да? Это очень не получилось. Ранголи, вот этот рейд, оно не было сухо. А, оно мокрое было. Да, в общем, все это, смотрите, этом... давайте я вам покажу. Все это делается с такого вот песка. Этот песок, он покрашенный. И в его надо вот насыпать сверху, как будто вот дизайн делать. Сейчас мы будем пробовать. Девика, ты какой-то телефон принеси, мы будем смотреть идеи. Вот что-то у Девики такое получилось. Давайте покажем соседскую ранголи. Пока никого нет. Так, ну вот соседская ранголи вот такая. У них поприличнее, но тоже простенько сделали. Так, мы тоже украшали дом. Вот мама ворота даже украшала. Девика, неси давай, будем смотреть идеи. Вот, кстати, тоже ранголи у соседей, но у них оно очень большое, посмотрите. Ну вот, вот мы выбрали такой дизайн. Девика, расскажи, что мы делаем. Мы делаем ранголи. Это... Тут цветы, как они называются? Ну, цветы, да, не знаю, как они называются, какие получатся. Лотос. Цветы лотоса. Очень тяжело это дело делать. Так, я, конечно, вот так и индианки берут этот песок. Покажешь? Да. Индианки берут песок вот так вот и сыпят. Но так как у меня не очень хорошо получается, но у меня все через руки падает, то я буду делать все это через ситочку. Это когда лайнгил, тогда они вот так вот делают. А ну вот когда так, они... То они... Когда... Да, смотрите. Так, сейчас рисую лотосы. Не знаю, что получится. У нас в этот раз мы как-то не купили ни красок, ничего. Да, Девика? Угу. Ну, будем стараться. Red और white को थोड़ा डाल डाल के light pink dark pink को तलती हुई. Делай арибана. Говори. Этот песок, видите, он вообще рассыпается, как попало сыпется, по дизайну у меня не получается. Как индийские женщины и девочки это делают? Знаешь, у них такой вот special, такой вот маленькая добавка, туда они засовывают колори, так потом делают.
У нас оранжевый или хотя бы. Должен быть. Красный какой-то. Смотрите, какое у нас приспособление. В общем, это бутылочка от клея. И я буду сейчас сюда насыплю краску и буду делать маленький дизайн, потому что так у меня не получается. Это вообще-то все так делают. Все так делают, да? Ну, некоторые делают вот так вот, а вообще, ну рукой, больше, рукой. Больше такое февикол сделают. Да, вот это февикол у нас называется клей. Сейчас будем Соня! Делать. Смотрите. Видите? Соня! Начинает сыпаться. Соня что-то наделала. Надо только outline сделать. Да, мы сделаем ободок белым. Оно будет... классно выглядит на камеру. На камеру хорошо выглядит? Это оранж вала очень классно выглядит. Шорт делай, шорт. Давай. Так. Нужен всегда белый для того, чтобы делать очертания. Это самая тяжелая работа. А ты можешь февикол добавить? Нет, это оно там не очень хорошо выпадает. Понятно. Сверху делай, сверху. Орикорчи из банка. Я, конечно, не знаю, почему-то вот мне оно не очень получается. У нас, во-первых, цвета закончились. Кстати, оно, ну, выглядит оно хорошо. Это мучение, друзья, это просто мучение. Я уже, мы уже полчаса пытаемся что-то накалякать, а получается вот такое детский рисунок. Лучше бы уже домик сделали. Посмотрите, оно не сыпется. Я не знаю, как они рисуют это все. А сырок все на иску? Аб уско фэлао тода апне хаат. Эсе не, эсе не. Иску покадки. Унглио ме ле жао тода. Яа пе не бара е. Так, вот такая у нас праздничная еда. Сабджи, дал и рис. И Девика еще себе взяла пури. Девика уже готова. Покажись. Покажись хорошенько. Так, вот уже у нас фейерверки. Папа все привез, посмотрите. И вот такие вот фонарики. Так, и вот у нас все готовится к пуджи. Посмотрите, пожалуйста. Вот. Дия будет. Так, вот мама уже готова. Так, все, я готова. Будет у нас главное Лакшми Пуджа, поклонение богине Лакшми. Это богиня богатства и достатка. Угу. Ну а кто видел мое предыдущее видео, тот знает, почему вот здесь у нас веник стоит прямо возле Пуджи. Так, ну и в конце пуджи нам обязательно ставить дии. Дия, вот эти лампадки, их нужно ставить во всех сторонах дома. И тоже за домом. Вот, и ранголи тоже украшают, кстати, диями.
фото лю. Папа будет читать молитву на санскрите. Мы ничего не понимаем. Посмотрите на него. Такой хороший. Посмотри сюда. Что-то у меня грязное. Соня, ты не знаешь, куда тебе деться. Я тоже не знаю, куда мне деться. Теперь мы идем вниз. Все повыходили, посмотрите, у нас прям взрывы такие. Слышите, да? Это все фейерверки. Так, мы тоже будем взрывать фейерверки. Так, это наша ранголи, которую мы пытались сделать. С горем пополам сделали. Это Девикина. Вот как выглядит наш дом и Девика на фоне дома. Девика! Мы сейчас едем к нашей бабушке, к ним домой, потому что там тоже будет Пуджа. Мы вообще каждый год ездим туда, на Пуджу и на ужин. Вот. Что, с подарками едем. Мы приехали к Дади в гости. Посмотрите, все уже повыходили на улицу. Так, заходим в дом к Дади. Декхарио. Это наша Буа, сестра, папина старшая сестра, получается тетя наша. Девика, ну покажись. Так, давайте я вам покажу комнату. Здесь специально у нас комната для поклонения. Вот, пожалуйста, этой комнатой занимается Дади, наша бабушка. Полностью, вот посмотрите, мандир. Здесь везде статуи богов, и еще пуджа не начиналась, то есть они еще не делали никакое поклонение, вот все готово. Так вот, чай. Это папин самый младший брат, вот его жена. Чачи, ты как? Насари. А, телекрыл. Hello, say hi, Somya. Hi. Somya, say привет. 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 Бабу, тум би болу? Привет. Привет. Девик, а ты чего их не учишь ничему? Привет. Ну, привет, они уже знают. Учи их чему-то интересному. Привет.
Ну и вся наша семья в сборе. Так это папин средний брат вместе с детьми и вот эта тетя, его жена. Чачи. Это называется тика, получается взрослые, они делают как благословение для младших. На кланяться и получается трогать ноги, это значит как знак уважения. И сейчас мы будем зажигать. Ну и теперь мы тоже вышли здесь, получается, фейерверки взрывать. Это как традиция, всегда после пуджи, последний этап празднования, это фейерверки. Вообще фейерверки здесь это опасное дело, потому что их никто не проверяет, ну именно само качество, и очень часто люди, получается, с ожогами идут тогда в больницу после праздника Дивали. Тоже у нас любит зажигать фейерверки, но в прошлом году у нее обожглось сари, вот именно такой штукой. На этом все, друзья. Поздравляю вас с праздником Дивали. Если вам понравилось это видео, пишите комментарии, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на мой канал.